дорогие родители, уважаемые коллеги, сегодня мы рады приветствовать вас в этом зале. В очередной раз мы выпускаем наших детей, правда, не всех. В 10 класс приходят практически 100% наших девятиклассников. Поприветствуем! В этот торжественный зал приглашаем 9 А-класс, классный руководитель Воробьёва. Дорогие друзья, на сцену приглашается 9 А-класс, классный руководитель Воробьёва Ольга Альбертовна. 9 класс. На праздник сегодня пригласили вас. Вас поздравляет классный руководитель Ольга Альбертовна.
аттестаты, я скажу несколько слов. Дорогие мои, сегодня мы здесь собрались. Вы завершили первую экзаменационную сессию в своей жизни. Вы окончили 9 класс. И сегодня вы получаете аттестат, первый аттестат своей жизни об основном общем образовании. Те 5 лет, что мы с вами были вместе, я как-то атаманша из сказки о Снежной Королеве воспитывала из вас настоящих разбойников. А именно, помните, да, как она говорила, детей надо хвалить, и тогда из них вырастут настоящие разбойники. Так вот, 5 лет я не уставала повторять вам, что вы у меня самые-самые-самые. И вы это доказали. Уважаемые гости, перед вами 9 А. 3 цифры, вернее, не 3, чуть больше. Чуть больше. Нас 30 человек. Мы сдавали 10 экзаменов по 10 разным учебным дисциплинам. По результатам государственной итоговой аттестации 9 А класса получено 55 оценок хорошо, то есть 4. 45 оценок 5. Отлично. И внимание, на 30 обучающихся 9 А класса получено всего лишь 9 троек. Я горжусь вами. Уважаемые коллеги, как вторая мама этих детей, я говорю вам огромное спасибо за то, что 5 лет учили, воспитывали и не поддавались на провокации со стороны этих отобранных, заставляя их выполнять в полном объеме все то, что они были обязаны сделать. Я сейчас глазами ищу своих родителей, часть здесь, часть в зале. Уважаемые мои родители, дорогие мои мамы и папы, низкий вам поклон за ваших детей, потому что такой уникальный выпуск бывает крайне редко. А я надеюсь, что через 2 года на этой сцене будет с такими результатами положено стоять поистине золотой выпуск. У нас 25 аттестатов. Итак, аттестат особого цвета и похвальный лист вручается Тарасовой Анастасии Алексеевне, бессменной отличнице, на протяжении, внимание, на протяжении 8 лет обучения с того момента, как детям стали выставлять оценки за год. Аттестат об основном общем образовании вручается имениннику Чичо Георгию Николаевичу. Аттестат вручается Папашу Владимиру, Екатерине, Фандаевой Анне, Григорян Афине, Кузьмину Даниилу, Репиной Марине,
чем мы уйдем с этой сцены. Я хочу вручить благодарность тем людям, без которых я не смогла бы эти 5 лет быть полноценным классным руководителем. Итак, благодарность вручается за активное участие в жизни класса и школы Рейкиной Юлии Викторовне. Гудименко Татьяне Валерьевне. Мальцевой Елене Анатольевне. Елена Анатольевна сейчас в сильном волнении, потому что ее дочь Настя Мальцева сдает последний свой экзамен в французский язык. Марине Александровне, так как Марины Александровны нет, Даня. Это благодарность вручается за активное участие в жизни класса и школы. Спасибо за отзывчивость, добро, неравнодушие. Таких, как вы, родители, благодарим заслуженно. Александра Казимировна, я без вас ничего бы не смогла. Шавырина Александра Казимировна. Ну что ж, займем свои... Подождите. Сегодня находится в зале большинство из вас. Первый учитель. Добрикова Ольга Борисовна! Ольга Борисовна, Ольга Альбертовна, низкий поклон за воспитание подрастающего поколения. Начиная с начальной школы, этот класс участвовал в проекте «Спасем Спас». Стали победителями всероссийского конкурса «Я гражданин России». Аттестат у нас вручается Борискиной Арине Артемовне. Тищенко Алексей Григорьевич. Григорьева Александра Александровна. Ерофеев Дмитрий Андреевич. Кравцова Алина Денисовна. Крымшаков Адисбек Мирбекович. Старченко Валерия Эдуардовна. Быстрова Дарья Дмитриевна.
Богатырева Олеся Денисовна. Ковырзина Кристина Ильинична. Карагатова Диляра Рашидовна. Зачиняева Александра Дмитриевна. Пушкарева Полина Антоновна. Чагадаева Полина Станиславовна. Чагадаев Арсений Станиславович. Пушкарева Валентина Антоновна. Надеждина Сергеевна. Сидоренко Максим. Барабанова Дарья Владимировна. Пивкин Владимир Федорович. За все эти 9 лет нас столько веры, усилий. Поэтому, уважаемая школа, учителя, родители, администрации, спасибо вам и низкий поклон. Yeah.
Андреев Виталий, Животенко Максим, Пиутина Вика, Шкаликов Максим, Лаптин Иван, Евгений Кузнецов, Алексей Шила и Максим Кендыш. Отдельное спасибо своим родителям, своему родительскому комитету. Это Ковардина Татьяна Валерьевна, Рыжкова Оксана Валерьевна, Кузнецова Ирина Александровна за огромную помощь и в проведении всех мероприятий, экскурсий и поездок. А также поблагодарить Кендыш Татьяну Евгеньевну и Александра Анатольевича за подготовку выпускного альбома, фотоальбома. Спасибо большое. Дорогие друзья, Елена Анатольевна, я хочу сказать, что ваш класс в этом году, в 75-й годовщине битвы под Москвой, создали прекрасный фильм «Ученики Спасской школы». Они ушли на фронт всем классом. Вернулось только 4 человека. И ваш фильм является победителем городского конкурса. Среди вас есть ученики, которые создали памятник Василию Теркину, такому собирательному образу героя войны. И этот монумент находится в музее в окружном боевой славы. Спасибо вам огромное, Елена Анатольевна, за воспитание подрастающего поколения. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста, так, чтобы видела я вас. Дорогие ребята, уважаемая администрация, уважаемые коллеги, учителя, ну и, конечно, родители. Сегодня мы собрались в этот торжественный день для того, чтобы поздравить наших детей с окончанием 9 класса и вручить им аттестаты. Ребята, я хочу сказать вам несколько слов. Мы с вами прошли... Ну, для кого-то долгий, для кого-то короткий путь, но мы прошли его путь вместе. За эти целых 5 лет я очень многому вам благодарна. Я хочу, чтобы вы были счастливы, и ваши мечты, все-все-все ваши мечты исполнились. Вы прекрасно знаете, что вы у меня самые лучшие. А теперь позвольте мне вручить вам альбомы и аттестаты. Нажми Даниэль. Терехов Александр. Новиков Дмитрий. Новиков Александр. Халбаев Радбек. Сайфутдинова Алина. Смирнова Анастасия. Мавлетдинов Дамир. Мыльцева Ольга. Зотов Евгений, Коршунов Илья, Репьев Максим,
кедре. Хвостова Любовь. Гришевцева Лидия. Пчелинов Владимир. Городник Александра. Халбаев Рызбек. Хунариков Байсангур. Апресян Флора. И Спасский Никита. Спасибо нашим учителям, которые столько лет с вами работали, приложили огромную любовь, усилия для того, чтобы сегодня вы стояли такие красивые, умные, с аттестатами на сцене. Поблагодарим наших родителей, которые вас очень любят, ценят и всегда поддерживают, которые помогали мне. Всем родителям 9 Г-класса я хочу сказать огромное спасибо за помощь. Я хочу поблагодарить также, немножечко выделить больше Светлану Сергеевну Мыльцеву за классную организацию нашего праздника. Собственные дети были лучшими и такими, как ваши дети. Успехов вам! Спасибо огромное! Учебного года.
поддерживает нас. Благодаря вам мы стали лучше учиться. Мария Александровна, вы нас всегда инспирировали и стимулировали на то, чтобы